И всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я, Зератул, и с вами 10-я серия StarCraft 2 Head of the Swarm. И давайте поговорим с Исшей. Дело сделано. Золотая Армада никогда не узнает, что мы здесь были. Хорошо, что этого протоса больше тут нет. Было сложно терпеть ее псионное присутствие. Она умерла, пытаясь спасти своих друзей. Достойная смерть. Какая разница, как она умерла? Я убью любого вставшего на моем пути. Но это не значит, что мне нравится убивать. Неужели даже смерть Арктура Менгска не принесет тебе удовольствия, королева? Хватит разговоров, Иша. Итак, давайте посмотрим, что у нас еще есть новенького. У нас горит эволюционный отсек. Наверное, отправимся туда сначала. У нас горит задание по эволюции и разговор с Аббатуром. Наверное, начнем с разговора. Ты поместила паразита в тело протоса. Да. И что? Умно. Предусмотрительно. Протосов нельзя заразить, но можно внедрить чужеродный организм. Происхождение паразита неизвестно. Это я его создала. Не только ты можешь манипулировать генами. Неожиданно. Продолжу работу. Хм, удивили немножко Абатурчика. Окей, давайте отправимся в задание по эволюции. Подвид таракан готов к улучшению. Обнаружен исследовательский комплекс протосов. Проводимые эксперименты полезны для роя. Нужно уничтожить протосов, получить результаты экспериментов, улучшить рой. Итак, у нас два варианта развития. Труповик и подвид кислот. Что ж, давайте посмотрим на них. Если таракан ранен, ему можно приказать закопаться и выкопаться, чтобы вынудить противника переключиться на другую цель. Ну, это-то мы знаем. Единственное, что не всегда успеваем делать, да, друзья? Ну ты чего, Старкрафтчик? Грузись давай. Вот. Стоило только сказать. Поехали, друзья. Планета Кантор. Обнаружена секретная база протосов. Много подопытных образцов. Захваченная многоножка – опасный паразит. Что ж, почему бы нам не дать ей порезвиться? Паразиты внедряются в хозяина, затем вырываются из его трупа. Эссенция должна достаться нам, не протосам. Выглядит, кстати, очень интересно и круто, как по мне. Пошли с ней сражаться. Многоножка, подвид паразит. По 20 бьет так-то. Тихо, прячемся. Так, собираем. Эссенция получена. Интегрирую генетический код паразита. Подвид труповик. Вживляет труплинга паразита. Вылезает из вражеского трупа. Вперед! Воу. Не щадите никого. Так пошли себе насоздаем маленьких тараканчиков. Смотри, реально, какая крутая штука.
То есть у тебя миллион и миллиард тараканчиков пошли вперед. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык, такие побежали. Подожди, куда бежать-то надо? Вот сюда. Такие малявки. Штурминги первыми атакуют противника. Конечно. Пусть танкуют, бегут. Смотри на них, лол. Такие малявочки. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Окей. Их много ведь получается. Так, вперед. Смотри, реально, как их много. Жесть. А сколько урона у них? 2. То есть они реально просто как танки такие. А броня 0. И очень быстро передвигаются. Окей. Протосы уничтожены. Эссенция многоножки получена. Планета Мелус-4. Среда стимулирует эволюционное развитие. В прудах развиваются микроорганизмы. Поколения тараканов поглощали жидкость. Дисфункция органов. Погибали. Выжившие адаптировались, вступили в симбиоз. Новый подвид кислот готов к бою. Я чувствую присутствие протосов. Посмотрим, каковы эти новые тараканы в бою. Да, давай посмотрим. Ну, первые, конечно, вообще подвид были. Подвид кислот. Едкая слюна подрывает противника, замедляет движение, замедляет атаку. Но первые были вообще, конечно, очень забавные. Эй. Механизмы не работают. Не могу атак... Ага, не можешь атаковать, это я понял. Закопаемся, полечимся. То есть они как бы замедляют на 75 скорость передвижения, а... Нет, подожди. Еще раз. Атаки ослабляют противника, снижая скорость его атаки и передвижения на 75, а скорость героя снижается на 20. Понял. Ну пошли еще, повоюем. Нужно сосредоточиться. Ай, одного потеряли. Таракашку. Хоп, минус. А-а-а! Тихо. Тихо. Дополнительные тараканы на подходе. Давай. Так, похиляемся только сначала. Ну, эти такие какие-то менее прикольные, как по мне. Ну, то есть, вроде они замедляют скорость атаки и передвижения, и это, наверное, круто, но там такие труплинги бегали, такие дык-дык-дык-дык-дык. Чудовища! Тяжело. Тяжело. Тихо. Ай-яй-яй, 2 потеряли. Хоп. Подвид кислот готов. Протосы уничтожены. Нужно подготовить генетический код. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Ну что, друзья, нужно выбрать кого-то, и мне, честно, больше труплинги понравились. Это вот кислот, а это труплинги. Или как они? Труповик. Труповик. Вот. Вот давайте, наверное, его сделаем. Эволюция завершена. Уж больно они реально какие-то забавные. А маленькими таракашками можно танковать урон. Как по мне, это очень даже эффективно получается.
Так, ну вроде все. С Абатуром поговорили, здесь всех посмотрели. Отправляемся дальше, друзья. Здесь что-нибудь новенькое есть? Ну так. Чутка ХП прибавили. Тогда нажимаем на кнопочку перелет и давайте посмотрим, что же у нас будет дальше. Зерус. Родной мир зергов. Он находится далеко за пределами сектора Капру. Керриган, ты должна отправиться на эту древнюю планету, изучить ее тайны и впитать ее силу. Ну а дальше нам предлагают лишь одну планету, поэтому выбора особо нет, но я думаю, будет очень интересно. Сам Зератул, друзья, предложил нам слетать на эту планету. Итак, отправляемся. Зеруса привела тебя сюда. Меня привело желание увидеть, как умрет Менгск. А зерги помогут мне уничтожить Кархал. Ты должна дать Зерусу изменить себя. Приближается великая битва, и у тебя осталось мало времени. Я ничего никому не должна. Твои пророчества не для меня. Но ты сделаешь все, чтобы отомстить. Все. Этого достаточно. Итак, прилетели мы на Зерус, и сам Зератульчик реально нас сюда здесь привел и с нами общается. И он что-то затеял, хочу сказать я вам. Давайте поговорим с Загарой. Мы происходим отсюда? Да, впервые зерги появились здесь. Слишком мягкие условия. На Чаре намного лучше. Не спеши. Возможно, Зерус намного опаснее, чем любая другая планета. Однако, вот это немножечко пугает. Но тем не менее, давайте поговорим с Исшей. Я смотрю на Зерус глазами моих надзирателей. Изначальные зерги невероятны. Кажется, они не стареют. Все живые существа стареют, даже зерги. Но они поглощают чужую эссенцию, постоянно эволюционируют и не умирают. Если только их не убьют другие изначальные зерги. Верно. Самые опытные охотники среди них должны быть невероятно старыми и невероятно опасными. Ну, логично, в принципе. Давайте поговорим с Зератулом. Почему ты помогаешь мне? Ты должен ненавидеть меня больше всех. Зелнага желают, чтобы ты вновь возглавила Рой. Ты знаешь, я не верю в твои пророчества. Неважно, веришь ты или нет. Я служу высшей цели. И заработал ненависть протосов. Избавь меня от этих жалостливых речей, Зератул. Каждый сам делает свой выбор. Я смирился с этим. И когда наши дела будут закончены, я вернусь к своему народу и предстану перед судом. Все мы однажды ответим за свои дела. Думаю, твой час почти настал. Вот так вот. Вы заработали достижение «Судный день». Посмотрим, что есть в эволюционном отсеке. С нами хочет поговорить Абатур. Давайте послушаем. Что ты думаешь об изначальных зергах? Динамичные. Разнообразные. Интересные. Беспорядочные. Бесперспективные. А я думала, они тебе понравятся. Постоянное развитие ради убийства других. Изначальные зерги хорошо реагируют, импровизируют. Есть хорошие гены, можно заимствовать. Зерги Роя. Эффективные,
с продуманным развитием, доминирующие. Однако Батурчик-то считает, что зергерои круче. Ну что ж, отправляемся на задание. Изначальные зерги недовольны нашим присутствием. Они собираются в отряды, готовясь уничтожить нас. Итак, три уровня: Керриган, Муталиск, уровень сложности эксперт, пробуждение древнего. Это кого это мы, интересно, будем пробуждать? Начать задание. Я чувствую здесь присутствие чужого сознания. Оно спит? Древний. Изначальный зерг, заставший создание сверхразума. Ты хочешь, чтобы я пробудила его, верно? Если ты хочешь получить силу Зеруса, тебе понадобится помощь древнего. Моя королева, рядом собираются враждебные изначальные зерги. Они намерены атаковать нас. Они хотят остановить тебя, не дать поговорить с древним. Что ты будешь делать? То, чего мои враги больше всего боятся. Как всегда. Ты встала на верный путь и больше не нуждаешься в моих указаниях. Мы больше не увидимся. Но, Зератульчик, куда же ты? Эх. Ладненько. Рабочие слабые, без защиты их легко убить. Защищайте их всеми силами, когда они находятся вне территории базы. Видимо, сейчас будет у нас заварушка с местными зергушатами. Ну, давайте посмотрим, кто тут самый главный зерг. Значит, это и есть древний. Чтобы пробудить это существо, мы должны накормить его. Сколько биомассы? Нужно убить этих иглообразов, а затем направить рабочих к трупам, чтобы они собрали мясо. Закончив добычу биомассы, рабочие отнесут ее к древнему. Враг обращается к оскверненным зергам! Вы на моей территории! Мы поглотим вашу плоть! Тревога! Большая группа летающих изначальных зергов собирается напасть на улей. Муталиски воссозданы, готовы к бою. Уничтожат изначальных стражей. Поблизости собирается большая стая изначальных зергов. Они наверняка нападут на нас. Пусть попробуют. Итак, друзья, поехали. В общем, из всего, что тут и говорили, я понял лишь одно. Нам нужно мяско. Наша первая цель – это стая иглообразов. Вперед! Зритель-то моего канала знают, что я тут самый лучший шашлычник. Текс. Ты давай, дорогая, мне здесь лепешечку поставь. Я говорю, лепешку поставь, потом уходи, ну. Так, ты сделай мне еще одну эволюционную камеру. Ты отправься сюда. Ты закопайся вот здесь. Ты сделай рабочего. Ты на четверочку. Ты на троечку. Ты вообще летишь вот сюда. Ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Больше рабочих. Виспенчик. Виспенчик я люблю. Эй, это кто это тут был? Исчез. Ладно. Так. Давай-ка ты мне еще лепешку поставь тут. Потихонечку здесь сначала сходим. Вот здесь я вижу краешек базы по мини-карте. Ага, и здесь сразу же мяско нам нужно будет собирать, да? Тогда мы сначала сюда вот это вот отправим. Сделаем вот это. Так. Апгрейдики для зерглингов, так как они у нас бесконечные и бесплатные. Я чувствую поблизости какой-то объект. Он слишком мал для изначальных зергов.
Омуты эссенции изначальных зергов. Сильный генетический код. Подобраться ближе, впитать эссенцию, улучшить способности. Так, давай. Улучшим способности. Я становлюсь сильнее. Должно быть, Зератул говорил именно об этом. Ну, видимо, да. Так, тянем слизь, делаем... А, не можем делать рабочих, да? Делаем парочку надзирателей. Здесь заказываем вот эту штучку. Тебя ведем сюда. Здесь делаем вот так, атакуем. Здесь не забываем тянуть слизь. Рабочий может добыть биомассу и глобраза. Но это медленный процесс. И в ходе его рабочий будет уязвим. Так. Нужно защищать его на случай нападения. Тебя понял. Ты идешь вот сюда. Ты давай мне лепешку. Иглообразы обнаружены. Нам нужно торопиться, если мы хотим завладеть этим мясом. Нам нужно как можно скорее получить биомассу. Ты дынс, ты третью давай сюда. Так, апгрейдики делаются, мы заходим. Отлично, потихонечку со всеми тут разберемся. А вы что думали? Вот, странное существо, Йенхоп такой. Добыча завершена. И исчезает. Биомасса направлена древнему. Окей. Так. Ты, давай-ка мне баску делай, а то личинок катастрофически мало. Дальше. Это вот так, и, наверное, еще разочек вот так. Такс. Дальше. Это вот сюда. Что здесь есть еще? Какие-то интересные зерги. Что-то мне кажется, мы тут не побеждаем особо, да? Ну или нет, вроде побеждаем. Или не побеждаем, подожди. Минус королевка. Подожди. На слизи-то оно всяко веселее, правильно? Так, распространяем. Так, здесь у нас опасные зерги. Вот тут вот делаем вот так. Дальше все это идет к Керриган. Здесь заказываем апгрейды, потому что зерглингов юзаем очень часто. Идем сюда. Воу, подожди, волна тут какая-то. Ну давай. Встретимся с этой волной. А что такое? Никак ваши изначальные зерги не тянут. Давай, потихонечку, Керриган. Мы не... Ой, не торопимся. Нельзя, чтобы она пробудила древнего. Уничтожить мясо. Воу. Оно не должно достаться ей. Мы должны остановить их. Нужно перехватывать их атакующие отряды. Бежим вот сюда быстрей. Зерги Бравка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Так, но не уничтожили, тем не менее. Воу. Отлично. Так, у нас еще целых два омута. Вот, кстати, один из них. Давай потихонечку здесь со всеми разберемся. Отлично. Невыполнимая команда. Воу. Эй, тихо. Давай-ка мы с тобой... Приближаются изначальные зерги. Надо защитить рабочего. Что-то неудобно получилось, кажись.
Немножко иглообразов задели. Вообще не хотел. Да хватит, маленький. Ой. Ну на. Раз ты так хочешь. Так, идем сюда. Здесь у нас что? Твое высокомерие невозможно. Зерос поглотит тебя. Ну-ну. Наши войска атакованы. Давайте здесь соберем мяско еще. Правильно? Правильно. Месторождение минералов выработано. Изначальный организм функционирует подобно улью, порождает зергов. Рекомендуется аннигиляция. Понял. Там... Изначальные зерги пытаются уничтожить тушу иглообраза. Это обидно, конечно. Наши войска атакованы. Бежим, бежим, бежим. Невыполнимая команда. Наши войска атакованы. Так, ну и убили здесь, да? Наш рабочий подвергся нападению. Мы должны защищать его, чтобы прощёлкал. Он смог доставить биомассу. Пока тут защищал, там потерял. Ай-яй-яй. Обидненько. Так, заказываем, короче, рабочих. Ты идешь сюда, ты идешь сюда. Вы делаете мне что-то, да делаете, в общем. Ты бежишь сюда. Здесь у нас что такое? Не знаю, в общем, будет вот так. Дальше. Ты идешь собирать мясо здесь. Тут у нас пока все окей. Итого плюс 2, да, я собираю мясо, получается. Отлично. Здесь у нас что? Здесь двигаем слизь. Видимо. Опасно заниматься одновременно более чем одной тушей. Изначальные понимаю. Зерги будут атаковать нас. Ты наглеешь! Скоро тебе конец! Так, где еще будет атака у них? Вот здесь бежим. Бежим, 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 бежим быстрей. Да нет! Я должен успеть! Стая Бракка атакует нашего рабочего. Неудобненько эта получилось. Биомасса принадлежит мне, Брак. Воу, бежим туда. Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Вот теперь давай. Так, минусуем. Отлично. Дальше, нам нужно найти еще один омут. Он же где-то должен быть, правильно? Но это где-то не здесь, судя по всему. Так, а тут что? Так, чисто. Зергушат какие-то. Так, сносим всех. Вот здесь, наверное, да, он третий? Да, вот он. Давайте его собираем. В этой эссенции столько жизненной силы. Мне нравится. Улей. Воу, чуть не убили опыты мои. Атакованы. Значит, идем вот сюда. Идем. А зачем? Наши вот тут прям воевать атакованы. Надо. Вот так вот. Давай, давай. Мы собрали половину от необходимого для пробуждения древнего объема биомассы. Отлично. Итого, где у нас еще прям вот готовенькая туша лежит? Вот лежит одна туша. Подожди, вот здесь. Значит, сюда и пойдем. И заодно вот эту зачистим. Наши войска атакованы. Так, отлично. Ты идешь вот сюда, ты идешь вот сюда. Враг атакует улей. Что? Кто посмел? Это мое мяско. Я тут местный шашлычник.
Эй, куда идешь? Я не понял, парниш. Я не пропускал. Это ты типа на баску на мою идешь? Ничего ты наглый. Ну, только давайте, знаете, что сделаем? Зергушат-то оставим тут защищать наши войска. Вернее, наших рабочих. А вот этими вот господами нашу баску защитим. Так, тут что? Атакует улей. Так, идем сюда. Я думаю, можно еще вот здесь вот убить. И собрать мяско. И получается, это у нас 5. Это будет 6. И еще один кусочек нужно. Месторождение минералов. Никому не справиться с роем. Воу, ничего у меня тут рабочих. Я думал, они потом как-нибудь куда-нибудь уходят. И вот здесь, да, у нас еще мяско. Давай-ка сюда рабочего одного тызнем. Вот ты иди сюда. Тут какая-то вон псевдоволна. Хоп. Чито? Чито? А что вы тут делали? А, дорогие мои? Не трогай рабочего. Он занимался особенно важным делом. Шашлик готовил, понимаешь? Так, бежим сюда. Здесь пока распространяем, да заказываем еще. У меня даже грейды-то не сделаны. Лом. Я так чисто. С 0-0 бегаю. Интересненько, конечно. Так, и там 6-й кусочек, и вот это вот уже 7-й. Отлично. Мы почти закончили. Месторождение минералов выработано. Невыполнимая команда. О, вот оно, смотри, странное существо. На него нельзя кликнуть. Нельзя никак. Вот я даже на эту могу кликнуть, а на него нет. Давай хоть разглядим его. Какой-то безрукий чувачок. Ну ладно. Такс. Хватит, оскверненные зерги! Я убью вас сам! Защищайте улей! Ну давай, мальчик, иди сюда, мой хороший. Месторождение меня. Твои пустоголовые слуги ничто в сравнении с изначальными зергами. Да, ну давай, давай, иди сюда. Где ты идешь? Куда пойдешь? Направо пойдешь, налево пойдешь. Месторождение минералов. А? Налево пойдешь, смерть свою найдешь. А ты так и пошел. Ой, молодец. Направо пойдешь, тоже смерть найдешь. Куда не пойдешь, короче, смерть найдешь. Давай-ка, друзья, мы-ка сейчас с ним побеседуем. С этим я мальчиком. Сожру твою плоть. Да-да-да. Наши войска. А, он мощный так-то. Атакованы. 2500 хп. Но это ему не помогло. Атакует. Потому что мне нужна сила Зеруса. Я пожертвую всем, чтобы добиться своего. Ты поможешь мне. Твой рой отмечен знаком Амуна, падшего Зелнага, пришедшего на Зерус много лет назад. Он превратил зергов в свое оружие и забрал их отсюда. Но некоторые из нас скрылись. Наша численность росла. Наша раса оставалась чистой. Если ты ищешь силы, ты
сама должна стать изначальным зергом. Ты должна стать чистой. Интересную он сказал вещь. Это что же мы будем эволюционировать? В духе Абатура. Итак, награды за дополнительные задачи. 3 уровня Керригана мы взяли. Новую боевую единицу Муталиска взяли. Брак уничтожил биомассу 0. Я тут самый лучший шашличник. Изначальных ульев уничтожено 2 из 4. Видимо, где-то еще нужно было баски их зачистить. Ну да ладно. Что не выполнили? Потеряйте не более 3 рабочих. Я что, потерял больше? Жаль. Грубые пробуждения. Уничтожьте 4 ули изначальных зергов в задании пробуждения древнего на уровне сложности боец. Ну, тут не все баски зачистил. Ну, ладно, окей. Нажимаем кнопочку «Продолжить» и посмотрим, что нам скажут. Может быть, ролик какой будет? Нет, ролика не будет. А это значит что, друзья? Правильно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на сервер Discord и группу ВКонтакте. Удачи вам в играх и не только. To be continued, друзья. To be continued.